Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Надежда Чернова, заместитель директора библиотеки имени Горького. Здравствуйте, Надежда Николаевна. Здравствуйте. 2016 год в нашей стране объявлен годом кино. И вот в связи с этим хотелось бы узнать, какие мероприятия планируется провести в вашей библиотеке в этом году. Начнем с того, что библиотека – это образовательный, просветительский, информационный, культурно-досуговый центр региона. Поэтому каким бы год ни был, год культуры, год учителя, год литературы, теперь вот год кино, он напрямую касается деятельности нашей библиотеки. И поэтому, готовясь к 2016-му, еще живя полностью в условиях года литературы, мы разработали большой проект. Проект называется «Кино многоликое и многогранное». И вот уже 2 дня назад состоялось открытие этого проекта в библиотеке. Подготовлена к нему основная выставка большая, которая будет в течение месяца демонстрироваться с одноименным названием. На выставке мы раскрыли, насколько смогли, фонд библиотеки, рассказали об истории российского кино, о ведущих режиссерах, актерах. Целый большой раздел выставки посвящается вопросу «Рязанский край в истории российского кино». Там мы рассказываем о тех актерах, которыми по праву рязанская земля гордится. И об Расте Гарине, об Ирине Розановой, Тине Спирантовой, Фатюшине. И, конечно, целый раздел – это вот уже подраздел здесь, это Тарковский и его связь с Рязанским краем. Ну, а в целом проект рассчитан на год и включает в себя самые разные направления. Он адресован как старшему поколению, мы много говорим о ретро-кино. И вот, кстати, на выставке есть оборудование, которое использовалось при съемках кино в первой половине прошедшего века. Партнеры нам помогли подобрать такое оборудование, мы его показываем. Также много мероприятий, адресованных молодежи, именно молодежи, то есть это студенчество, студенты СУЗов, работающая молодежь, и отдельный раздел проекта о кино детям. Мы расскажем детям о кинокухне, о том, как делается кино, как снимается. Напомним тем, кто интересуется, о тихом кино. Целый раздел называется именно так – «Тихое кино», а не «Мом кино». И, конечно же, много будем говорить об актерах, в первую очередь, рязанцах. А есть вообще какая-то связь между библиотеками и киноиндустрией? Если можно сказать, что общего у библиотек и кино? Знаете, самое главное общее тоже вот отражается в одном из разделов нашего проекта. Самое лучшее кино начинается с книги. И поэтому мы так и говорим об этом. У нас есть цикл библиотечных уроков. Кино начинается с книги. Мы будем говорить на этих встречах об экранизациях лучших литературных произведений классической русской литературы, воплощенных на экране не только в России, но и за рубежом. Но на сегодняшний день рязанцы уже потихоньку стали привыкать к тому, что библиотека – это не только место, куда можно прийти за книгой, но и определенный культурный центр. Вот насколько рязанцы обычно откликаются на ваши призывы посещать мероприятия, выставки? Есть ли какая-то обратная связь с посетителями, с читателями? Безусловно, и связь такая есть, и уже сложился определенный круг людей, которые не мыслят жизни своей без посещения библиотеки, причем вот именно не в плане обращения за той или иной справкой, за литературой, а именно в плане посещения различных мероприятий. У нас же вот в 2015 году наши мероприятия посетили около 50 тысяч человек. Согласитесь, это внушительная цифра. И приходят к нам постоянно не только люди старшего поколения. Безусловно, это члены библиотечных клубов, клуба «Олимп» – общество любителей из-за искусства, музыки и поэзии, краеведов-исследователей. Клуб садоводов работает у нас при библиотеке, рукодельницы у нас встречаются.
и так далее. Это и молодежные клубы, кстати, киноклуб, успешно работающий уже не первый год, формат и раздел проекта «Кино многоликое и многогранное» называется «Кино в формате». В частности, здесь пройдет множество обсуждений фильмов юбиляров 2016 года. Ну, вы знаете, что это и «Капитанская дочка», и «Вечера на хуторе близ Диканьки», и фильмы, снятые по произведениям Бориса Акунина, такие как «Турецкий гамбит». В формате все эти фильмы будут обсуждаться. У нас очень хорошие связи со множеством образовательных организаций. И они уже складываются так, что мы просто обмениваемся нашими планами. Педагоги и воспитатели выбирают необходимые в своем учебно-воспитательном процессе библиотечные мероприятия и с удовольствием вместе со своими воспитанниками к нам приходят. Связь такая, безусловно, есть. И сегодняшний век информационных технологий помогает ее поддерживать, потому что каждое наше какое-то обращение к тем, кто находится в сетях социальных, находит свой отклик, и люди к нам приходят. Но достаточно сказать, что вот ведь в этом году будет «Библионочь», 22 апреля, она будет всероссийской акцией, и называться будет «Читай кино». «Читай кино». Это очень важно. Организаторы, я думаю, нашли название, лучше которого просто не придумаешь. А к нам на наши ночи библиотеки ведь приходят очень много. Тысячи людей приходят к нам на ночи. Я знаю, что они даже не только к вам приходят, но еще и сами предлагают и название, ну, тему ночи. Вот я помню, что был у вас такой опыт. А вот в этом году, в год кино, не принимаете никакие предложения от читателей? Мы принимаем, наоборот, во время открытия проекта мы обратились ко всем присутствовавшим с предложением внести какие-то свои, принести нам свои идеи, свои пожелания, с тем, чтобы мы их использовали при написании сценария, разработке содержания «Ночи в библиотеке». Но в этом году будет для нас такая сложная ситуация, потому что еще грядет и ведь 3 ноября «Ночь искусств», и она тоже не обойдет кино. Но как в прошлом году мы сумели найти свой особый ракурс для проведения «Ночи искусств» в год литературы, я напомню, мы взяли за основу сказку «12 месяцев», всем известную, и по-своему ее интерпретировали, потому что работали многочисленные мастер-классы на всех площадках библиотеки, соответствовавшие разным временам года, и это посетителям понравилось очень. Таким, наверное, нам удастся, мы, по крайней мере, будем стараться найти какой-то ход и для «Ночи искусств 2016». И к тому же уже объявлено в августе всероссийская акция «Ночь кино». И мы тоже должны будем в ней поучаствовать. Но здесь уже мы достигли договоренности с загородным молодежным лагерем «Пламенный». И «Ночь кино» наши молодые сотрудники будут проводить именно там. В городе тут не очень такой август, людный месяц, скажем. Надежда Николаевна, помимо той выставки, которая сегодня работает в вашей библиотеке, можете сказать о ближайших мероприятиях, которые пройдут в рамках «Года кино»? Ну вот в конце 25 февраля мы проведем такое мероприятие, посвященное и Дню защитника Отечества, и в память о недавно прошедшем юбилее Константина Симонова, фильмографии Симонова. Известно, что практически все произведения Константина Михайловича были экранизированы. Ко многим из них он сам писал сценарии. И вот наши сотрудники решили, что нужно провести такое мероприятие – фильмография Константина Симонова. Кроме этого, мы проведем уже и один из библиотечных уроков, посвященных Александру Сергеевичу Пушкину, приуроченных к Дню памяти поэта и к Дню родного языка. И это будут тоже 20 числа февраля. Надежда Николаевна, мы благодарим вас за то, что сегодня нашли время к нам прийти. С нетерпением будем ждать всех тех мероприятий, о которых сегодня мы говорили.
и, надеюсь, станем их гостями. Спасибо. Мы с удовольствием приглашаем и вас, и всех зрителей вашей замечательной программы к нам в библиотеку на все мероприятия, не только связанные с кино, но и на все остальные. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы благодарим всех, кто был с нами. Увидимся в следующих выпусках.